все наши растяжки. И делаем следующий элемент. Для этого садимся на попу, ноги ставим максимально широко. И с прямой спиной по чуть-чуть раскачиваемся вперед. Попу мы из себя как будто бы вытаскиваем, да, чтобы у вас не было. Сутулой спиной вытягиваем спину наверх, макушкой тянемся вперед и чуть-чуть уходим вперед. Живот у нас втянут в себя, носки пяльками мы ставим наверх. Дальше, после того, как мы сделали вот этот элемент, мы с прямым корпусом тянемся вправо наверх. Через центр уходим, тянемся левой ножкой. Вы почувствуете, у вас растяжение внутренней части бедра и также, возможно, под коленями. Делаем это то же самое и более плавно. С каждым разом вы будете наклоняться все ниже. Дальше, что мы с вами еще делаем для того, чтобы растянуть на поперечный шпагат? Одну ногу мы оставляем прямой, вторую сгибаем в колени. Вес тела мы распределяем так, чтобы у нас нагрузка на две ноги шла примерно одинаково. Утром будем находиться в таком положении. Если есть возможность опуститься на локти, опускаемся на локти.